Выражая слова благодарности за годы труда, Валерий Венцель обратился не только к Наталье Ивановне Оркиной, но и ко всему коллективу в целом. Он отметил, что от четкой и слаженной работы каждого в отдельности сотрудника ПТО городского хозяйства зависят комфорт и уют жителей муниципалитета. В первую очередь должны сказать слова благодарности вам за то, что вы 25 лет на вахте в нашем ПТО городского хозяйства. Самая основная система жизнеобеспечения – это то, чем занимаетесь. Теплые поздравления виновницы торжества выразили генеральный директор предприятия Александр Митряйкин, а также коллеги. Надежда Самойлова рассказала, что 17 лет назад, когда она пришла молодым специалистом, Наталья Ивановна стала ее наставницей и помогла войти в профессию. Наталья Ивановна – это наша умница. Специалист, она высшего класса. Она во всех цифрах, во всех расчетах, в отношениях к людям, в отношениях с организациями. Она специалист во всех видах профилей. Почти 25 лет Наталья Оркина трудилась в ПТО городского хозяйства инженером. С работой, которую очень любила, она расстается с грустью. Но мне все нравилось, как-то и общение с людьми, и вообще все мне нравилось. Я с удовольствием работала. В память об этом событии Наталье Оркиной вручили подарочный сертификат на телевизор Samsung, а также медаль в честь 90-летия со дня образования Ленинского района. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.